К другим темам. В центре Саратова протестовали против упразднения издательства «Слово». Пикет прошел недалеко от самого здания. Напомню, одно из старейших предприятий области в прошлом году на торгах было продано в частные руки. Вскоре собственник заявил о ликвидации полиграфического производства. Возможно, здание превратится в офисный центр. Участники-пикетчики, молодые люди, назвались группой неравнодушных граждан, которые пытаются привлечь внимание к проблеме прекращения печатания районных газет. Известно, что 3 недели назад районники получили предупреждение о том, что с 1 апреля «Слово» перестает их печатать, и редакции были вынуждены искать другие варианты дороже. Для ветеранов саратовской журналистики потеря «Слова» – это еще и моральный удар. Мы называли это «Дом печати». Конечно, нам это жалко как память, как история, и нам действительно всем было удобно. Но это было и уважение общества. Это мы чувствовали свой статус, мы чувствовали свою нужность. Ну а вот сейчас вот разбрелись все по своим углам.